Я вот иногда, ты видел, лифамим, нахожусь на разных конференциях, и там говорят на разных языках, ну, имеется в виду на языках человеческих, и рядом стоит переводчик или переводчица, я всегда думаю, вот он же, он же ведь не знает, что сейчас переводит. Может, вообще человек говорит совсем другие вещи. И непонятно же, вот я сейчас говорю, да, там кто-то говорит аминь, или, может, вообще не мне говорят аминь, аллилуйя. Может быть, это переводчику говорят аминь, аллилуйя. Я вот перевожу на русский язык проповеди. Вот уже несколько недель. Здесь, в нашей церкви. И интересно, как себя чувствует человек, который понимает оба языка. И как чувствует человек, который его переводит. Ты не можешь уже от себя тяну нести. И вот поэтому как бы я хочу, чтобы сегодня на самом деле мы говорили на одном языке все. На языке Евангелия. Шарабсура. На языке Евангелия. Это хорошо, хорошо, потому что поправить переводчик. На самом деле, вот переводчика можно прямо аплодисментами поблагодарить. Это очень тяжелый труд. Я сегодня читал одно высказывание. Маамар эхад. В котором написано. Если мы не проповедуем Евангелие каждый день самим себе, то у нас будут трудности в проповеди Евангелия другим. Потому что когда мы проповедуем Евангелие себе, Иисус приходит к нам. Он спасает нас. Он создает наше свидетельство. И своим свидетельством и его кровью мы идем побеждать этот мир. И поэтому сегодня я буду говорить, может быть, понятные и простые вещи для всех. Потому что в простоте Евангелия сила. Если мы начнем проповедовать сложное Евангелие, то мы начнем путаться в каких-то мелочах. И в конце концов мы не придем ни к чему. Но самое страшное, что мы можем сами перестать верить в это Евангелие. Это не значит, что мы можем перестать верить в Иисуса, нет. Мы перестанем верить в эту благую весть. И вот как говорил наш пастор Элиэзер на прошлом собрании, что апостолы, выйдя из горницы, Шлихим. Они проповедовали простое Евангелие. И Павел в одном из своих посланий, не помню в каком. Он написал, что мы принесли вам простое Евангелие. Потому что у них не было вот такой красивой книги Библии. Они просто видели, слышали и передавали. И вот когда мы уверовали, каждый из нас, я никогда не забуду, не перестану повторять это, что я покаялся здесь, ну, не в этом помещении, а в Одешероне, в этой церкви, во время прославления Ани и Наташи, когда я был тогда еще совсем неверующий. Ну, то есть, я был верующий, непонятно во что. И пели псалмы на иврите. Я услышал там
слова из Танаха. אני שמעתי מילים מהתנ"ך. Если вы, ну, часть из вас понимает иврит, правильно? חלק מכן כאן מבין עברית, נכון? И вы знаете, что все псалмы, которые пели здесь, ואתם יודעים שכל התהילים ששרו כאן, это благая весть. מהבשורה. Самые первые песни, что кровь Иисуса уже за все заплатила. ממש השירים הראשונים, שהדם של ישוע שלם את המחיר. И до последней песни, когда мы должны были петь новую песню Богу. Потому что Он великий превознесен. Рам Вениса. Окей. Поэтому в простоте Евангелия сила. Почему при всем при этом, когда мы знаем, что в простоте Евангелия сила, мы все еще пытаемся донести Евангелие удобное другим? Ответ очень простой. Мы, прежде чем прийти к человеку, и прежде чем рассказать ему благую весть, мы выстраиваем свой план, свою стратегию, из-за которой должны состояться те или, ну, так говорят, произойти те или иные процессы в нашей евангелизации, в кавычках. שבגלל התוכנית הזאת צריכים לקרות סיטואציות מאוד מיוחדות בבשורה שלנו. И когда мы приходим к человеку и рассказываем ему это Евангелие, כשאנחנו באים לאדם ומספרים לו את הבשורה הזו, и ничего не происходит, ולא קורה כלום, есть две причины у этого. יש שתי סיבות לכך. Одна из них явная причина. אחת מהן ברורה מאליה. Вторая из них скрытая причина. והשנייה נסתרת. Явная причина в том, אברהם, что человек сейчас не готов принимать то, что ему принесли. Это самый простой способ объяснить, почему он сейчас не упал на колени и не покаялся. Так принято объяснять. Ну, не его время. Или не наше время. Потому что в Писании же написано, вы жнете не то, что сеяли, а то, что вы сеете, не вы будете жать. А тем куцрим лоет маше заратем, ве куцрим маше лоатем зорим, а тем лоатем тиктим. И очень просто объяснить. Это явная причина, но не его время. Зу сиба бура мелеа, зу ло зман. Но интересно, когда апостолы вышли из горницы и начали проповедовать на площади, ветхилу лебасерет абсура ба... Бакикар. Они до этого боялись даже нос высунуть оттуда. Но вдруг открылась дверь. 120 человек вышли на улицу. И Бог приложил к церкви 5000 человек. Что там мне слабо верится, что они подходили к каждому из 5000 и рассказывали ему краткий курс изучения Библии. Они просто провозглашали Слово Божие. А это есть простота Евангелия. Это то, как они получили это Евангелие. И люди поверили. Уже не было Иисуса здесь на земле. И объяснить что-то чудесами, которые бы он творил на их глазах, было бы очень тяжело. Они просто провозглашали. Простые вещи. Очень простые вещи. И люди принимали. Потому что Бог сам по себе проповедует свое очень просто. Может быть, пророком он говорит что-то очень такое завихренное, такое сложное, может быть. Но мы нигде об этом не читаем, по крайней мере. Но каждый пророк, приходя к человеку, приносил простую информацию, которую именно этот человек должен был понять. Почему? Потому что Бог через этого пророка передавал ту информацию, которая нужна была этому человеку в это время, в этой ситуации. Так было с любым. И когда мы приходим к человеку,
чтобы проповедовать ему Евангелие, мы почему-то приносим ему не Божье слово, а свою проработанную стратегию того, как он должен покаяться. Потому что мы знаем его ситуацию. Мы знаем, в чем он нуждается. Мы знаем, как он живет. Мы знаем, чем он болеет. Мы знаем, какие проблемы у него с детьми или с родителями. И поэтому мы считаем, что именно вот эти стихи из Библии, они помогут ему принять Иисуса. И ничего не происходит. И это скрытая причина. Почему она скрытая? Потому что мы ее не готовы принять. Мы не готовы. Потому что мы же хотим сделать что-то правильное в наших глазах. Это не значит, что мы делаем что-то по лукавству. Нет, ни в коем случае. Мы делаем это искренне. Но почему-то ничего не происходит. Я хочу вам прочитать один рассказ. Он очень короткий. Я потом объясню, к чему он относится. Кто его написал? И почему меня он очень зацепил? Я слышал его не в церкви. Я слышал его в университете, в котором я учусь. Это светский университет. Хилуни. И там... И там в этом университете преподают разные профессии. Я изучаю, в частности, образование. Неформальное образование. Хинух. Хинух билди формали. Так вот, я сейчас прочитаю один рассказ. Постарайтесь прислушаться внимательно к тому, что здесь. Он очень короткий. Представьте себе, что вы всю жизнь мечтали побывать в Италии. И вот, наконец, вы решили осуществить свою мечту. Вы купили книгу «Путеводитель», изучили туристические места, достопримечательности, приобрели себе карту, расписали себе, когда вы посетите Колизей, когда вы посетите Пизанскую башню, увидите статую Давида, покатаетесь на гондолах в Венеции, выбрали себе даже рестораны, в которых вы хотите поужинать, и вы даже уже несколько фраз по-итальянски выучили. И вот настает день, когда вы, собрав чемоданы, вы отправляетесь в аэропорт, сдаете багаж, садитесь в самолет, и через несколько часов, перед совершением посадки, стюардесса объявляет: наконец, добро пожаловать в Голландию. В Голландию? Причем тут Голландия? Мы собирались ехать в Италию. Мы хотели попасть в Италию. Мы так ждали того, чтобы попасть в Италию. Какая Голландия? Произошли изменения в полете. И через некоторое время вы приземлились в Голландии. И вам нужно здесь остаться? Жить и путешествовать. Важно заметить, что вас не привезли в какое-то ужасное место, которое отталкивает нас своими эпидемиями, войнами. И просто вы прибыли в место, которое отличается от того, в которое вы хотели попасть. Это тоже Европа. Но это не Италия. Сейчас вам нужно пойти купить другой путеводитель, купить другие карты, начать понимать другой язык. Кстати, голландский язык не очень простой. Другую культуру. Вам встречаются люди, которые мы никогда не встречали их в прошлом.
אתם פוגשים אנשים שמעולם לא פגשתם. И места тут отличаются. Нету развалин Колизея. Зато есть ровные улицы. Здесь все течет намного медленнее. И не так эмоционально, как в Италии. Здесь нет величия и блистательности архитектуры. Это просто другое место. И мы потихоньку приходим в себя. Начинаем оглядываться по сторонам. Дышать в луже. Привыкать к обстановке. Оказывается, в Голландии есть знаменитые мощные ветряные мельницы. Красивые цветы. Уникальная архитектура. В Голландии даже есть знаменитые деятели искусства. Все еще мы встречаем людей, которые летают туда-сюда, в Италию. Мы слушаем их рассказы, как они восторгаются этим местом. И мы говорим им, да-да, мы тоже должны были быть там. Мы туда уже все купили, все подготовили, все продумали, но пока еще мы туда не попали. Мы как-то оказались здесь. И вот эта вот душевная боль о потерянной мечте будет вас сопровождать всегда. И вот важный момент. Если мы потратим себя и свое время, пребывая в трауре, о несбывшихся мечтах, то мы никогда не сможем насладиться прекрасными вещами, которые нас окружают здесь, в Голландии. Теперь коротко о том, что это за рассказ. Это маленький рассказ, который написала Эмили Перл Кингсли. Я не знаю, кто это. Я не видел ни одной ее книги. Выяснилось, что она вообще даже не писатель. И рассказ ее совсем не про Италию. Этим рассказом она отвечает на вопрос, как относиться родителю, который так хотел иметь ребенка, который уже купил все книжечки, одежду, игрушки, оформил комнату и уже распланировал себе, как они будут вместе гулять в парке и как будут приходить все родственники и восторгаться. Родился ребенок. Прошел год. И вдруг обнаруживается, что он не такой, как все. Сегодня это называется ребенок с особыми потребностями. Когда так назывался ребенок-инвалид? Не обязательно, что у него нет рук или ног. Он просто по-другому воспринимает мир. Например, аутист. И представьте себе, что с этого момента в нашей жизни все меняется. И это уже не Италия. Добро пожаловать в Голландию. Мы планировали делать одно. Мы планировали развлекаться по одному. А придется это делать всю оставшуюся жизнь. По-другому. И вы знаете, в каждом нашем дне происходят подобные вещи. Мы планируем, и планы не осуществляются. Мы мечтаем, мечты не сбываются. Мы строим какие-то определенные программы на своих детей, в частности. А дети оказываются совсем в других местах. Иногда совсем не в тех, которых мы хотели бы, чтобы они оказались. И это грустно. Это другой мир, это совсем не то, что мы планировали. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы никогда не планировали план Б. У нас был план А.
Там он тухнит Алеф. Италия. Италия. Колизей. Колизеум. Статуя Давида. А Песаш Давид. Пиза. Пиза. Венеция. Венеция. Пару ресторанов. Кама Мсадот. Домой. Давай. Это был наш план А, в который мы свято верили. Мы другого даже не представляли. И вдруг Голландия. Тоже Европа. Там можно даже теми же деньгами рассчитываться. Но это совсем не то, что мы планируем. Можно ли жить в Голландии? Однозначно можно. Можно ли получить удовольствие от Голландии? Конечно, можно. Очень многие летают в Голландию. Кто зачем? Но ездят в Голландию. Да? Что делать, если не совпадают наши ожидания с нашими, с нашими ситуациями? Или наши ситуации с нашими ожиданиями? Нужно иметь план Б. То есть представьте себе, что вы должны были перед тем, как поехать в Италию, купить еще 137 путеводителей, выучить несколько фраз, по-моему, на 180 языках, купить карты всех этих 137 стран, изучить все их достопримечательности. Ну, представьте, вдруг вас вместо Италии привезут куда-нибудь в Мадагаскар, скажем. Там, кроме тараканов, вы же ничего не знаете. Потому что у нас живут их тараканы. Эти здоровые, это их тараканы. Атиканы. Получается, что в план Б разработать просто невозможно. Чтобы мы, не планировали в жизни, у нас в голове будет только план А. И не потому, что мы не в состоянии построить план Б. Потому что мы верим в план А, И не собираемся верить в план Б. На занятиях по коучингу это называется, знаете как? Позитивное мышление. Но это ошибка. Это не позитивное мышление. Это мышление этого мира. Потому что этот мир пытается вогнать нас в два состояния. Вечного счастья или вечной депрессии. Выясняется, что большая часть людей находится во втором состоянии. Вечной депрессии. Потому что они планируют одно, а происходит другое. Почему? Потому что они не могли предусмотреть второй вариант развития событий? Конечно, могли. Они даже иногда и предусмотрели такие вещи. Но проблема в том, что если мы продумали план А, и даже на всякий случай, будучи прагматичными, вы разработали план Б, и верите, что даже с планом Б вы справитесь, то возникнет ситуация С. На которую у вас плана нет. Проблема. Составите три плана. Появится четвертая ситуация. Получается, что выхода нет. Но и выход есть. И об этом как раз мы сейчас я хотел бы с вами поговорить. Есть притча, 20 глава, 24 стих. Можете не открывать, это коротко, пока вы откроете, я уже к следующему перейду. Мишлей Каф. Сримвярва. От Господа направляются шаги человека. Человек уже, как узнать путь свой? Мацата? Мишлихав, Сингар. Мизарер Рашаим, Мелех Хахам, Вишев Алейну. Мишлей Шломо. Мишлей
Это притчи, 20 глава, 21 стих. Патахта? Яслахам. אני רוצה להקריא את זה בעברית. למי שלא מבין. אוקיי. מאדוני מצעדי גבר, ואדם מה יבין דרכו. תקליטי כתוני בוניו, то я сейчас сказал по-русски. 24 стих, 20 глава. Очень важный, очень важное место писания. Ты нашла? Нет. Мишне Шломо. Что же мы за лифнейшие расширим? Прошу прощения. Давай технический замен. Итак, еще раз повторю этот стих на русском языке. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Я долго думал, что же за стих-то такой? То есть мне никуда ходить не надо. Все равно Бог направит. Не может быть, думаю я. Тогда бы в Писании было написано, сидите и ждите. Я вас сам перенесу с места на место. Но, например, с апостолами Иисус поступил так. Он сделал им инструктаж. Тадрих. И отпустил туда. Туда. Куда сам прежде хотел идти. Как они знали, куда он прежде хотел идти? Как вы считаете? Их было всего 70. Скорее всего, он им просто сказал. Этого не написано, я могу только догадаться. Сегодня у нас нет Иисуса, который может прийти и сказать нам, так, вот тебе написано, здесь иди, сходи туда, сюда, в Ниневию, там еще куда-нибудь. У нас есть Дух Святой, который ведет нас. Но почему-то мы считаем, что Дух Святой только водит. Почему мы так считаем? Потому что есть такое выражение «водительство Духом Святым». А есть еще скрытое выражение в Библии, но нигде не написано. Остановительство Духа Святого. Не слышали про такое? Я лично про два места таких знаю, написано. Когда Павел, я не помню с кем, собрался идти на восток, Дух Святой сказал «стоп». Кругом. Ахорапне. Кадима цад. На запад. Помните это место? Он не пустил. Это не водительство Духа Святого, это остановительство Духа Святого. У них был план А. Поехать в Вавилон и проповедовать там Евангелие. А Богу это не надо. Туда придет Евангелие через 2000 лет. Ему нужно было, чтобы оно пошло на запад. И Дух Святой их остановил и повел на запад. Человек не мог знать путь свой. Потому что от Бога. Когда начинаешь вникать вот в такие вещи и думать, почему в твоей жизни происходят очень странные вещи, начинаешь понимать. Это я сейчас про себя. Это я про себя. Что ты строил свои собственные планы. Я строил свои собственные планы. И не прислушивался к планам, которые Бог мне заповедал. Теперь, если написано, что коня готовят на день битвы, но победа от Господа, то получается,
что мне нужно было все равно чего-то готовить, что-то делать. И вот я готовлю, 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 готовлю. Кормлю этого коня. Вот такие подковы ему там, чтобы не стерлись. Гриву там расчесываем. Кучу денег на седло потратил. А победа не пришла. И зачем все это надо было делать? И в некоторых общинах в нашем мире есть такое понимание, что ничего делать не надо. Сиди, молись, постись, Иисус придет, тебе все расскажет. Очень часто приходит психиатр. Почему? Не потому, что человек не в духе. Нет, он в духе. Просто Писание говорит, что такое поведение этому миру не свойственно. И они думают, что мы чокнуты. И присылают нам психиатра. Это план Божий? Как вы считаете? Да или нет? Мнения разделились. Будем голосовать. Да или нет? Давайте поразмышляем. Нет, да? Есть люди, которые говорят нет, есть люди, которые говорят да. Окей. Давайте будем размышлять. Если я делаю какие-то вещи только потому, что мне это показалось правильным, и из этого ничего хорошего не получается, это план Божий или не Божий? А им за тохнит аэр оло? Святые слова. Умилим кдошот. Умилим кедорба. Сказал Иов своей жене, ты говоришь, как те безумные. Иов אמר לשתו, שהיא מדברת כמו האנשים האם. Неужели хорошее от Бога принимать будем, а плохое не будем? Конечно же, Бог допускает все, что происходило в жизни людей. И даже трехкратное отречение Петра от Иисуса Бог допустил в его жизни. וגם ההיפרדות של כיפה, הכחשה של כיפה, שלוש פעמים מישועה, אופשרה לידי אלוהים. У Бога есть свой план. לאלוהים יש את התוכנית שלו. И это не новость новозаветная. זה מה שאלוהים אמר עם הנביא הראשון שהגיע לדבר בשמו. זבות его ישעיהו. קוראים לו ישעיהו. Или Исаия по-русски. Исаия. Он сказал, Бог сказал Исаии, передай своему народу ваши мысли не мои мысли. Пути ваши не мои пути. Но я имею намерение, а вас тоже в другом месте, я имею намерение о вас. יש לי תוכניות. יש לי תוכניות בשבילכם. Во благо, а не во зло. לטובה או לא לרעה. Чтобы вы имели будущность и надежду. Что то есть получается, что если я что-то делал, готовил, готовил, делал, работал, что-то делал, трудился, весь вспотел. אז אם יוצא שעבדתי, עמלתי קשה, и ничего не произошло. ולא קרה כלום. Это не от Бога. אז זה לא מאלוהים. כן. Кто воздержался? Минимна. Я хочу, чтобы мы понимали. Да. Я хочу, чтобы мы понимали, как на это смотрим. Смотрите, я могу ошибаться. Но и у меня было много вопросов по этому поводу. Я копался в книгах разных теологов. אני חפרתי בספרים של תיאולוגים רבים. Разных пасторов.
очень известных и очень известных. И пришел к одному выводу, что они все говорят, что все, что в нашей жизни происходит, происходит потому, что в нашей жизни, пока не явится слава Божия, мы не начнем ходить Его путями. У нас должна явиться слава Божья в жизни через падение, через желудок кита, через отрубленные уши, через троекратное отречение должна явиться слава Божия, которая поменяет наш ум и сделает его христианским. Мешихи. Христианский не в смысле человека, верующего в Новый Завет. А христианский, потому что Иисус ходил путями Божьими, ничего не делал, не видя Отца Творящего, и говорил своим ученикам: «Будьте как Я». Теперь скажите мне, он был уверен, что они прям будут как он? Конечно же, он знал, что они такими не будут. Он знал об этом с первого дня. С момента, как он их избрал. Он знал, что они будут, по-русски говоря, косячить. Он знал об этом. Вполне возможно, что знал, какие ошибки они сделали. Но самое главное, он дал им понять одну простую вещь, что мы должны искать, в чем заключается слава Божия, квод Адонай, в нашей жизни, и как это повлияет на саму нашу жизнь в будущем. Во всей Библии написано, что ничего не повлияет на нашу жизнь, на этот мир, на наши действия, на результаты наших действий, кроме славы Божьей. А в конце Библии написано, что в тронном зале вообще ничего, кроме славы Божьей, нету. Там написано, он вошел, и слава его наполнила весь зал. Слава Божья является в нашей жизни. Вопрос, замечаем ли мы ее? Вопрос, видим ли мы, как это все происходит? Конечно, есть исключения. Например, Явис. Явец. З Диврея Ямим Алеф. Арба. Первый паралипоменон. Нет, вы не думаете, что мне стоило выговорить это слово когда-то? Есть такие, которые говорят паралилимон. Которые говорят просто паралимон. Паралипоменон. Хроники. Или на иврите Дивреями. Первый паралипоменон, 4 глава. Стихи 9 и 10. Я прочитаю все их на русском, потом... Иавис был знаменитее всех братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». Я долго не понимал, какая связь, потом, когда на иврите прочитал, понял. Ну, неважно.
И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы мои, и рука твоя была со мной». Это называется, знаете, как в том анекдоте. Сейчас я расскажу анекдот, потом продолжим. Просто переводи анекдот, очень важно. Все знают, что такое золотая рыбка. Когда ее ловишь, три желания. Еврей поймал золотую рыбку. Еврей поймал золотую. И она говорит ему: три желания загадай. Он такой стоит, думает, потом говорит: значит, миллион долларов, виллу на Канарах, Роллс-Ройс, красивую жену и замок в Англии, это раз. То есть, понимаете, да? Он говорит: вот если бы ты меня всем благословил, пределы мои распространил, рука была твоя на мне и оградил меня от зла, чтобы я не горевал, это раз. Но Бог понял, что спорить бесполезно, и дал ему все, что он просил. Слава Божия явилась, да. Слава Божия. Если бы это не была слава Божия. Если бы это не было явлением славы Божией, то об этом бы этих два стиха не было написано. Вы где-нибудь еще слышали про Явиса что-нибудь в Библии? А почему эти два стиха тут написаны? Потому что что-то должно было произойти. Но я не зря избрал 9 и 10 стих. Там есть игра слов и букв на иврите, но чтобы вы поняли, Явец или Явис на иврите. И слово болезнь или грусть, как там написано, эцев. Это одни и те же буквы, просто поставлены в разном порядке. И представьте себе, мать рождает ребенка, тогда... Тогда не было такого, чтобы человека называли именем, который ни о чем не говорит. Она поэтому и сказала: я родила его в грусти, в болезни, поэтому я назову его грустный. Представляете, она ему сказала: ты всю жизнь грустный будешь ходить. Он не пошел маме претензии предъявлять. Он пришел к Богу Израилеву и говорит: чтобы я не был грустный, мне надо первое, второе, третье, четвертое. И Бог ему дал, и он, очевидно, перестал быть грустным. А может быть и нет. Мы не знаем. Тут написано, что Бог дал ему все, что он просил. Если нам сегодня дадут все, что мы просили, сколько времени мы продержимся негрустные? Я вам могу дать пример. Дети любят играть в компьютерные приставки. Типа Xbox, там, PlayStation. Покупаешь им Xbox или PlayStation. Первую неделю. Кушать будешь? На вторую неделю. Где джойстик от PlayStation? Это не я его, это он меня спрашивает. Откуда я знаю, это твоя игра? Два дня без джойстика, все, PlayStation не нужен. Находим другое. И вот сидишь ты и вспоминаешь. 4000 шекелей. Вынутый мозг. Ацабим. Ацабим. А теперь ты не знаешь, где от него джойстик? Джойстик. Ты уже сам хочешь ему найти джойстик и сказать: на, пока не отыграешь свои 4000 шекелей, будешь
אתה רוצה כבר לבד למצוא לו את הג'וסטיק, להגיד לו, הנה כך, עד שאתה לא מחלה את כל 4,000 שקלים, אתה לא מפסיק. Он же был не грустный первые 4 дня. הרי 4 ימים ראשונים הוא לא היה עצוב. Грустный был ты. אתה היית עצוב. Вы думаете, только с детьми такое происходит? Нет. Со взрослыми иногда тоже. Я буду худеть. Самый простой способ похудеть. Кто знает? Беговая дорожка. Маслуль лица. Беговая дорожка. Знаете, я когда занимался продажами, нам говорили так: зайдите в квартиру, осмотритесь, если вы найдете там беговую дорожку, в этом доме вы можете продать все. Амен. Амен. Потому что первую неделю по этой беговой дорожке кто-то ходит. Потом становится грустно. Начинаем дрессировать собачку или кошечку, ходить по беговой дорожке, снимать это и выкладывать в Инстаграм. Потом это просто удобная вешалка. Понятно, что проходя мимо нее мы грустим. Потому что вернуть ее уже нельзя. Продать тоже. А выбросить жалко. Но все, что мы просили, Бог нам дал. И к чему это все рассказал? И на этом мы будем заканчивать. Просто понимаете, когда мы хотим быть христианами, но им кше. Кше. Когда мы хотим быть христианами, мы хотим, чтобы Бог нам все дал, но только все, что нам надо. И если Он дает нам что-то, но нам это сейчас не надо, мы говорим Ему, что это? Фу. А он говорит, возьми, пригодится. Нет. Это, наверное, не мне приготовил. Нет, кому-то, конечно, повезло. Но ты, я ж просил, ты чё? А это чё? И вот когда мы читаем Писание, там написано, что про духовных и душевных людей, помните? Что духовный во всех судит, а его судить никто не может. А душевный и плотской. Навши. Душевный и плотской. Псари. Судят обо всех, и о нем все судят. שופטת כולם וכולם שופטים אותו. Потому что мир душевный и плотской. כי העולם נפשי ובשרי. И Иисус, Бог говорит нам в Слове Божьем, что мы имеем с вами не просто ум. ואלוהים אומר לנו בכתובים שאין לנו רק מוח. לא מוח פשוט. לא מוח פשוט. Но ум Христов. אלא מוח של מוח משיחי. Что такое ум Христов? В чем он отличается от ума не Христом? Что по-другому сделаны, уж другие извилины? Нет, однозначно такие же, потому что написано. Что Бог явился во плоти, уподобив себя человеку. כתוב שאלוהים הגיע בבשר כדי להראות את עצמו כדי להדמות את עצמו לאדם. И это значит, что он полностью совпадал с любым другим человеком. Вот если взять, да? וזה אומר שהוא התלכד עם כמעט כל בן אדם אחר. Мы же ведь читаем, что пока Иоанн Креститель не объявил, вот Агнец, который несет на себе грех этого мира. קוראים שכשיוחנן אמר, הנה זה הוא עשה, שנושא עליו את העולם. חטאת העולם? חטאת העולם. Никто же ведь не смотрел на него как на мессию. Все думали, ну ходит,
В синагоге тоже заявили, это не сын ли Иосифа, это которого мы знаем. Это же было предсказано еще в Исаии 52 главе. Там было написано. Вело хашавнугу. Мы ни во что не ставили его. Представляете? За 700 лет. За 700 лет до его рождения. Он не отличался вообще ничем, но у него был другой ум. У него был другой ум. Ум Христов. И когда последний день, вот мы говорили много о том, что было в первые дни его служения, сегодня мы закончим тем, что было в последние дни его служения. Есть три молитвы, которыми он молился в Гефсиманском саду. Три. Это Евангелие от Матфея. 26 глава. 26. С 38 по 44 стих. Итак, первая его молитва была следующая. Полностью текст молитвы мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Здесь я просто говорю вам вкратце, что написано. Этот текст Иоханан. Тогда говорит им Иисус, то есть он общается со своими учениками. Тогда говорит им Иисус. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь. И бодрствуйте со мной. И отойдя немного, пал на лицо свое. Молился и говорил. Отче мой, если можно, אם אפשר את הדבר, доминует меня чаша сия. עבר נא ממני את הכוס הזאת. Впрочем, не как я хочу, אך לא כרצוני אני, но как ты. כי אם כרצונך אתה. И приходит к ученикам, לאחר מכן בא לתלמידים, и находит их спящим, ומצאם ישנים, и говорит Петру, אמר על כיפה, так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? ובכן לא יכלתם להישאר ערים איתי שעה אחת? Бодрствуйте, היו ערים, и молитесь, והתפללו, чтобы не впасть вам искушение, כדי שלא תבואו לידי ניסיון. Дух бодр, אמנם הרוח חפצה, плоть немощна, אבל הבשר חלש. У Иисуса не было плана Б. לישוע לא הייתה תוכנית חלופית. Был план А. הייתה לו תוכנית א. И он должен был его пройти. והוא צריך לעבור אותה. Он говорит, если можно, אומר, אם אפשר, конечно, не хотелось бы, אני מעדיף שלא. Но мы уже договорились. אבל כבר סיכמנו. Это твоя воля. זה הרצון שלך. Пусть она будет. אז שהיא. Но если у тебя есть план Б. אבל אם יש לך תוכנית Б. Я согласен на план Б. אני מסכים לזה. Но он не отрекается от плана А. אבל הוא לא מסרב לתוכנית А. Как вы думаете, он согласен с планом А? מה אתם חושבים, הוא מסכים עם תוכנית А? Ему нравится план А? הוא אוהב אותם? Нет. לא. Он знает, что ему предстоит перенести как человеку, не как Бог. Он знает, что в конце все будет хорошо. Но пережить то, что нужно было пережить за два дня, как человек, не очень хотелось. И всего-то, чего он просил от своих учеников. Бодрствуйте и молитесь. Вы думаете, ему нужна была эта молитва? В Евангелии от Иоанна написано, ангел пришел его утешать. Вторая его молитва, когда он попросил их бодрствовать, была следующая. Это 42 стих. И еще отойдя, в другой раз молился, говоря. Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, אם אי אפשר שהכוס תעבור מבלי שאתה, чтобы мне не пить ее, מבלי שאשתה אותה, да будет воля твоя. הנה כרצונך. Он уже сказал это в первой молитве. הוא אמר את זה בתפילה הראשונה. Говорит это во второй молитве. אז למה הוא אומר את זה בתפילה השנייה? Он для этого пошел, разбудил бедных этих апостолов. בשביל זה הולך ואיר את השליחים היפים והמסכנים. Чтобы пойти и сказать Богу то же самое? כדי ללכת לחזור להגיד אותו דבר? Без них договориться? אולי אפשר גם בלעדיהם? Но тем не менее он это сделал. אם זאת הוא עשה זאת שוב.
Ему нужна была поддержка двух спящих людей, которые не понимали вообще, за что молиться и ради чего бодрствовать. Можно сказать, что нет. Но если бы нет, он бы этого не просил. Потому что если ему что-то нужно, он говорит, вот так сделаю, 12 легионов ангелов сейчас здесь появятся. Если бы он нуждался в этом, он бы это сделал. То есть если он здесь их разбудил, ему нужно было. И третья молитва. 44 стих. פסוק 44. Не оставив их. עוד פעם עזב אותם. Отошел опять. והלך להתפלל בשלישית. И третий раз молился, сказав то же слово. ואמרו שוב את אותן המילים. То есть он тоже самое повторил. אז הוא חזר על אותן המילים. Не моя воля. לא כרצוני. Но твоя воля. אלא כרצונך. И мы так читаем, это, наверное, так сложно, это так непросто, когда у тебя пот от напряжения превращается в кровь, и когда начинаешь об этом думать, мурашки по телу, и страшно становится на самом деле. Страшно становится. И мы думаем, как же так можно было довести до себя? Это вот насколько нужно быть в напряжении. עד כמה צריך להיות דרוך ובלחץ. С него же никак с Бога капал пот. כי לא בתור אל נפה ממנו זהה. Как с человека. אלא כבן אנוש. Ему было тяжело. היה לו קשה. Как человеку ему было тяжело принять это. כי אדם היה לו קשה לקבל את זה. Как Бог он знал, чем все закончится. כי אלוהים הוא ידע איך הכל ייגמר. Но мы знаем из молитвы Иисуса в Евангелии от Иоанна. אבל אנחנו יודעים מהתפילה של ישוע ביוחנן. Что он, Бог, а они люди, они в нем, но он в них все еще немножко сомневается. Не как в верных, как в людях, потому что написано, что плоть, она немощна. כתוב שהפרי הבשר חלש. הדוח בודר. והרוח חזקה, עירה. Когда мы решаем сложные жизненные задачи, כשאנחנו פותרים בעיות מסובכות וקשות בחיים, мы пытаемся их решить своей плотью. אנחנו מנסים לפתור אותם עם הפרי. Мы по своему плотскому мышлению, עם החשיבה הבשרית שלנו, абсолютно искренне, בצורה מאוד כנה, без всякого лукавства, בלי שום צביעות, выстраиваем свои планы поездки в Италию. מתכננים נסיעה לאיטליה. Но Бог хочет, чтобы мы поехали в Голландию. אבל אלוהים רוצה שנטוס להולנד. Это испытание. זה ניסיון. Который он дает нам. Что он нотен לנו. И знает, что дает нам не больше, чем мы можем выдержать. ויודע שהוא לא נותן לנו יותר ממה שאנחנו יכולים לעמוד. Не страшно же, Голландия вроде как, что, тоже Европа. זה לא מפחיד, הולנד זה גם אירופה. Ну да, не такая красивая и жаркая, как Италия. אולי לא כל כך חמה ויפה כמו איטליה. Но Европа же. אבל זה עדיין אירופה. Но это совсем не то, что мы хотели. אבל זה בכלל לא מה שרצינו. Помещая нас в такие ситуации. וכשאנחנו נכנסים לסיטואציות כאלה. Когда мы так готовы были получить все от плана А. שכל כך היינו מוכנים לקבל את הכל מתוכנית א'. Бог помещает нас в план Б. אלוהים מכניס אותנו לתוכנית ב'. И это его план А. וזה תוכנית א' שלו. Потому что он знал, что мы так поступим. כי הוא ידע שנתנהג ככה. И он говорит нам, хватит, может быть, по своей воле. והוא אומר לנו, אולי די לפי כרצונכם. Может быть, по моей поживем. אולי נחיה כרצוני. Потому что я-то знаю намерения свои о вас. כי אני יודע את התוכניות שלי כלפיכם. Во благо, а не во зло. שהם לטובה או לא לרעה. Чтобы вы имели будущность и надежду. שתהיה לכם תקווה ועתיד. И вот в этот момент мы говорим, да, Господь. Сейчас готов. עכשיו אני מוכן. А до этого не был. עד עכשיו לא הייתי. И Бог говорит, слава Господу. ואלוהים אומר, תודה לאל. Слава мне. Ну, ему в смысле. Потому что он славы своей не отдаст никому. И вот слава его явилась в нашей жизни. И последнее место Писания можете открыть и отметить себе. Прежде чем я его скажу и мы закончим, я хочу вам сказать одну вещь, которую я понял буквально сегодня. Что справедливость, она не может быть человеческой. זה לא דבר אנושי. Еще раз.
Справедливость Цедек не может быть человеческой. Ло яхоль лиот давар энуши. Справедливость может быть только Божья. Цедек яхоль лиот рак Элоим. И Божья справедливость Вецедек Адонай она исключительно у ах верак его компетенция. Айхолет шело. Как он решит, эх у потер, так и будет справедливо. Как и эн цудек. Потому что в такого Бога я верю. Ки белоим казе ани маамин. Я не хочу верить в другого Бога. Вани мисарев лаамин белоим ахрим. Потому что мы хотим, чтобы с нами по справедливости поступили, по благодати поступали. Ки анаху руцим шитехасу лану бехесед. Но с соседом по справедливости. Авал шим ашехен бецедек. А Бог говорит, нет, я со всеми одинаково справедлив. Велоим омер ани цудек им кулам. Но у тебя справедливость не твоя. אבל הצדק הוא לא שלך. А моя, говорит Бог. אלא שלי, אומר האל. Псалом 36. תהילים 36. Я бы скорее всего 37. בעברית כנראה 37. נכון? 36, 37? כן. תהילים 36. 36-й псалом, 5-6 стих. По-русски читаю. «Передай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как в полдень». Я еще раз прочитаю этот стих. «Передай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». На иврите написано «Вегу я асе». И выведет, как свет, правду твою. Только не ту правду, которую мы себе приготовили. Это ту правду, которую Он для нас приготовил. И справедливость нашу, как полдень. Когда мы просим справедливости, мы просим справедливости по нашему усмотрению. אנחנו מבקשים צדק לפי איך שאנחנו רואים. Но Бог хочет своей справедливости. אבל אלוהים רוצה את הצדק שלו. И Он уготовил для нас ту справедливость. והוא הכין את הצדק הזה בשבילנו. И мы должны ее принять. ואנחנו צריכים לקבל אותה. Что справедливо вот так. שככה צודק. Справедливо в Голландии. כי צודק בהולנד. Не в Италии. לא באיטליה. Может быть, Италия будет потом. אולי איטליה תהיה אחרי זה. Но сейчас Голландия. אבל עכשיו הולנד. Если сейчас у нас проблема в жизни, это не для того, чтобы мы погрузились в эту проблему и начали решать, что же мы такого натворили, то что нас так Бог наказал. А задать себе один вопрос. В чем слава Божья в этой ситуации? В большинстве случаев мы эту славу увидим. Потому что, еще раз говорю, что Бог своей славы никому не отдаст. И когда мы смотрим на проблемы таких людей, как вот эта девушка, которая написала этот рассказ, я прочитал историю ее, у меня слезы накатились на глазах. כשקראתי את הסיפור שלה, כמו будет интересно, я расскажу потом, просто ממש זלגו לי דמעות, מי שמעניין אותו אני יכול לספר אחרי זה את הסיפור. Но когда ты смотришь на вот эти проблемы, אבל כשאתה מסתכל על הבעיות האלו, ты думаешь, Господи, о чем я думал вообще вчера? Что же я такое себе нарисовал? Какой ад, глядя на свою ситуацию? אתה חושב, אלוהים, איזה גיהנום ציירתי לעצמי? איך חשבתי באיזה סיטואציה אני נמצא? У меня, слава Богу, все в порядке. Туда ли лицо я кольбы седер давка? Ну и что, что я хромаю? Окей, а с моим лицо ля? Ну похромаю, ж перестану. А не высоко все лицо? Же люди без ног рождаются. Если на чем что надо им лежать. Слава Божья в моей жизни. Квода Дунай, бахаем чем? Можно, конечно, долго плакать. Мне больно. Мне больно. Я пью обезболивающие таблетки. Они что там еще хихи кевим? Но я знаю, что Бог меня исцелит. Мне нужно в это верить. Мне нужно отдать Ему, уповать на Него, и Он это сделает. И так будет во всем. Потому что когда дело касается нашей плоти, мы начинаем переживать. А вот когда дело касается нашего духа, мы думаем, ну ничего, Господь усмотрит. И Господь усмотрит. Но потом будет хуже. Потому что придется пройти через кита.
Поэтому я ободряю вас сегодня посмотреть, как вы оказались в вашей Голландии. Я так мягко, не в Ниневе, в Голландии. Это всего лишь Голландия. Посмотреть на вашу Голландию. И посмотреть, где здесь слава Божия в этой Голландии. Где Бог хочет нас использовать? В этой ситуации. Как мы можем послужить славе Божьей и Царству Божьему? Потому что тогда Бог придет на каждую молитву, даст ответ, наполнит всякую нужду. Потому что Он сам сказал, ищите прежде Царство Божие. А все остальное приложится. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь на каждую нашу нужду. И Ты настолько долготерпив к нам, что позволяешь нам все еще совершать ошибки, сходить с Твоих путей, иногда забывать о Тебе, надеяться на собственную плоть, и все равно стоишь и ждешь. Стоишь возле двери и стучишь. И спрашиваешь, кто услышит меня, чтобы я пришел и вечерил с ним. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты в нашей жизни являешь свою справедливость, которая однозначно является благодатью, которая является благословением. И это благословение, оно обогащает и печаль с собой не приносит. Господь, мы признаемся перед Тобой сейчас, что все печали мы сами принесли в свою жизнь. Ты этого не хотел, но Ты уважаешь наш выбор. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты настолько милостив, что позволяешь нам это делать, прощаешь нам эти грехи, забрасываешь их за хребет и забываешь их, не вспоминаешь нам. Дай нам мудрости, Господь, не вспоминать нам самим собственные грехи и самые главные грехи, которые делали нам. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам познавать Тебя. Познавать ум Твой, мысли Твои. Твое сердце. Твою любовь. И Твое понимание. Всего, что происходит у нас. Ты действительно заботливый Отец, который показывает нам, что не нужно делать, но прощает нам наши ошибки. Господь, я благословляю каждого на этом месте. Я прошу Тебя коснуться наших сердец, очистить от наших собственных планов. Господь, наша жизнь принадлежит Тебе. Мы просто хотим, чтобы Ты использовал ее во благо Царства Небесного, чтобы через наши действия, через наши слова являлась слава Твоя, чтобы люди видели, что с нами Бог. И это было бы самым простым Евангелием, которое мы можем произносить. И люди бы захотели познакомиться с таким Богом, как Ты, который возьмет их жизнь, очистит и омоет их, и посадит одесную себя на небесах, как Ты посадил каждого из нас. И мы в неоплатном долгу перед Тобой, Господь. И мы знаем, что только Твоя жертва, только кровь, которая была пролита на Голгофе, очищает нас, омывает нас и открывает нас
и открывает нам путь в Твое Царство, Господь. Благодарим Тебя за это. Принимаем Твою жертву. Благодарение. Господь, будь прославлен и превознесен. В наших жизнях. В жизнях тех, кого Ты еще приложишь в церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.